Настоящие новогодние подарки получили утром 28 декабря главы целого ряда муниципалитетов Верхней Волжи, а также сотрудники регионального управления МЧС. Губернатор Игорь Руденя передал им ключи от новых школьных автобусов, а также самых современных отечественных пожарных машин. Эти три новейших «Урала Next» – первые для Тверской области. Самая последняя модификация легендарного автомобиля, который давно с успехом используют пожарные. Теперь он стал еще лучше, отмечают сотрудники МЧС. И дело, конечно, не только в современной приборной панели и электрических стеклоподъемниках. Техника отличается повышенной проходимостью, большим объемом воды, то есть это 6 тонн. Для личного состава более комфортные условия. На панели уже есть информация, то есть навигатор. Новая модификация «Урала», она удобнее для всех, причем это касается и пострадавших. Вот, для их транспортировки здесь появились носилки. Ну а самим пожарным теперь будет более удобно ехать на вызов. Вот сюда можно спокойно сесть, причем, конечно, не с моим рюкзаком, а с ранцем пожарного, и, соответственно, более комфортно ехать на вызов, а потом можно будет более быстрее покидать машину, чтобы приступить к пожаротушению. Всего в это утро областному управлению МЧС было передано 8 единиц техники. Пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль, насосная станция и уникальный мобильный комплекс спецобработки. Не менее довольными остались и главы целого ряда муниципалитетов. Они получили ключи от школьных автобусов. У нас этой услугой по доставке школьников к месту обучения обратно пользуются более 300 учеников. Вот за последние 3 года парк наших автобусов составляет 11 единиц. Мы благодарим сегодня Игоря Михайловича за вот это большой новогодний подарок для нас. Все это самые современные модели отечественных микроавтобусов производства Горьковского автозавода. Они полностью приспособлены именно для перевозки школьников. В первую очередь, с точки зрения безопасности. Сегодня мы получаем 39 школьных автобусов, которые будут переданы в наши муниципалитеты и будут возить на занятия и домой наше подрастающее поколение, наших ребятишек. За текущий год мы с вами получили 103 автобуса по федеральной программе. Еще раз хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, президенту за оказанную поддержку. Напомним, что в Верхней Волжье один из самых больших школьных автопарков в Центральном федеральном округе. Ежедневно более 420 автобусов перевозят к месту учебы и обратно около 11 тысяч учеников по 627 маршрутам. Поэтому регулярное пополнение подвижного состава является одним из важнейших направлений в работе правительства Тверской области.